Хорош. Вот это начало матча. Не успел арбитр дать стартовый свисток. Уже быстрая, стремительнейшая атака от спецсвязи. Сразу обращаем внимание на отсутствие основного вратаря. Сейчас полевой игрок вынужден был. И отличный удар от Душкина. Рядом с крестовиной мяч пролетает. Начало невероятное. Будем надеяться на то, что весь матч будет проходить именно в таком ритме. И вспоминаем прошлый сезон. Там спецсвязь себя здорово показала. На второй строчке осталась команда. Не удалось обойти Меридиан. Меридиана не хватило всего лишь одного очка. Ну, тогда мы команды сравнивали по результатам матчей. Да, и спецсвязь здесь сказала будешь. Поэтому спецсвязи не хватило всего лишь одного очка, чтобы отобрать чемпион. Таким образом, в прошлом сезоне спецсвязь появилась на втором месте, «Газпромэнергохолдинг» на четвертом. По личным у них все очень интересно. Победа спецсвязи 4-0, но потом победа «Газпромэнергохолдинга» со счетом 6-0. Так что в среднем по 5 мячей сбивают команды в личном противостоянии. Надеемся на то, что эта тенденция сохранится. Новоселов. Я просто еще своем. Нет, это все правильно сделано. Да, сочетание цветов в форме команд одинаковое. Белое с синим. Ну, спецсвязи... Майки преимущественно белого цвета, синие вкрапления только на рукавах. В «Газпромэнергохолдинге» все наоборот. Такой вот иньян у нас получается. Не знаю уж, насколько это по телевизионной картинке удобно отличать команды, но вот так вот, находясь в непосредственной близости, вот футболистов нету. Вот все у нас с мячом. Ну, какие-то называются нарушения численного состава, да? Здесь ошиблись на смене. Свободный удар. Какой номер? 18, 10 плюс 8. Стесняется, отыгрывает назад. Неплохо держит мяч спецсвязь, но момента для удара практически не возникает. По сверкам не проходит Душкин. Плотный футбол без свободных зон. Не удается разбежаться и правого. Появись, твой бой! Ты последний! Душкин. Прицелиться и приложиться, и Душкин пользуется на 100%. Вот перекладина мяч летает в сетку 1-0, впереди «Газпром». Пол-2.
просто как руку его полосу. Алло? Потеря мяча Газпрома энергохолдингом. В таких случаях говорят, что виноват всегда дающий. С этим можно спорить. Игра после первого взятия ворот. Газпром Энергохолдинг может чувствовать себя увереннее, уже не так торопиться к чужим воротам. В русской связи не так много резервов для того, чтобы оживлять игру. Сири мяча, внимательнее надо быть. Арбитр показывает точку, с которой нужно вводить мяч. Кстати, можно бегать с белой на синюю линию. Здесь нарушение правил со стороны Газпром Энергохолдинга. Первый фол в матче. Удар издалека. Можно и так полторы минуты до перерыва. Хороший остроумный заброс на правого, но даже его роста не хватило, чтобы дотянуться до мяча. Да, рукой. Все, и перерыв при
счете 1-0 в пользу «Газпром Энергохолдинга». Блин, мяч меняет направление. Не, ну он у тебя куда? Второй тайм. «Газпром Энергохолдинг» и «Спецсвязь». «Газпром Энергохолдинг» впереди. Благодаря точному выстрелу Никиты Душкина, который продолжает зарабатывать баллы, как великолепный бомбардир всех соревнований. Общее преимущество по игре тоже, пожалуй, «Газпром Энергохолдинга». Отчасти, может быть, это связано с отсутствием основного вратаря у «Спецсвязи». Говорят, что вратарь полкоманды, вот половина команды у «Спецсвязи» сегодня нет. И только один человек на скамейке запасных. Состав тоже не паратирует. Шашимулов появляется на поле. О, Гек, неудачное его действие на старте, но все еще можно будет исправить по ходу матча. Достаточно, нужно развивать атаку. А моментов у «Спецсвязи» за все 12 с лишним минут мы и не видим. Сыграет Гэг. Ладно, что он сохранил мяч для своей команды. Почти без моментов идет игра. И вот здесь могла ответить «Спецсвязь». Супер бдительный защитников «Газпром Энергохолдинга», которые доселе справлялись очень неплохо. Ну, «Спецсвязь»-то тоже не просто так, в прошлом сезоне собрала серебряные медали. Кажется, половина из состава может навязать серьезную борьбу. А «Газпром Энергохолдингу» крайне важно продолжить набирать очки. Стартовый матч против безусловного лидера «Газпром Энерго» получился хорошим. Самое главное с точки зрения результата. Только
сейчас пришло понимание, как давно мы не видели Гэк на чужой половине поля. И только энергетики ее пересекли, как потеряли мяч. Васюлов, шанс для Гэк. Вратарь. Хорош! До финального свистка. И, может быть, приходит уже тот момент, когда голкиперу спецсвязи нужно из ворот выходить, стремляясь как минимум ближе к середине. Пока же тайм-аут берет спецсвязь. Площадочку, везет, площадочку не уходит. Возвращается команда на поле и уже выходит абсолютно полевой игрок вместо вратаря. Пять полевых будет дальше действовать спецсвязь. Получилось мяч отнять, чтобы вводить его в игру будет вопрос. Спецсвязь. Ворот летел, но все-таки игрок спецсвязи решил подстраховаться. Хочется отыгрывать назад, главное мяч сохранить. Ударом обязательно нужно заканчивать атаку. Максимально широко играть сейчас спецсвязисты. 2 минуты до конца. Не, это надо, чтобы на девочек сюда звали. Если у тебя они здесь, Да.
хотя бы один игрок. Вот что значит игра в 5 полевых. Последняя минута будет чистой. Так что шансы узкой связи еще будут. Да, в этом матче не получилось той полевой феерии, которую мы видели в предыдущих встречах этих команд. Но случится ли второй гол? Сейчас самый главный вопрос. Да, и сравнивает счет спецсвязь ровно за минуту до финального свистка. Это расплата за пассивность «Газпром Энергохолдинга». Забит первый мяч, быстрый первый мяч. Совсем отошли назад, прижались к собственным воротам. Ничего в атаке не показывали, даже не пытались мячом завладеть. И вот за минуту пропускают. Теперь придется наверстывать. Первую встречу «Газпром Энергохолдинг» выиграл со счетом 2-1. Так что теперь нужно уже по проверенной дороге еще пройти. Кто здесь на добивании не лег? Мяч на руку Новоселову. Досадно, но надо продолжать. Еще обиднее будет, если «Газпром Энергохолдинг» пропустит второй. Должен быть удар, штанга. Передача на Душкина. Фролов здесь на секунду буквально остановился, не поверил, что Душкин мяч под контролем сохранит. Опорная нога в поле. Полностью вошел, если бы чуть-чуть, я ничего не сказал. Полностью вошел. Чуть-чуть глаза закрывали. Десять секунд. Нужно уже хотя бы на парк пробить. Хотя бы так. 5 секунд. На передачу и удар времени может хватить, но здесь уже не до долгих розыгрышей. Почему Коцур не выходит сейчас из ворот? Все, финальный свисток 1-1.